Здравствуйте, друзья! Я впервые снимал байк-шоу в Севастополе. Я хочу поделиться своими выводами и дать советы тем, кто хочет туда попасть. Я расскажу вам о своем опыте и о своих ошибках. Вы сможете на них научиться. Для тех, кто со мной не знаком, я Василий Королевский. Снимаю группу Кипелов с 2006 года. Первый концерт я отснял в 2006 году в Анапе в киноконцертном комплексе «Победа». Это летний кинотеатр. В прошлом году с группой я проехался по Анапе, по Новороссийску, по Симферополю, по Севастополю. Это был грандиозный тур по югу России. Фотоотчеты об этом я выкладывал в Инстаграме. Ссылочку вы можете увидеть в видео, посмотрите обязательно. Как это было здорово. Итак, байк-шоу в Севастополе. Что самое важное для фотографа при съемке концерта? При съемке концерта самое главное – это свет. Если он есть, есть картинка. Свет на сцену был дан слабый. Он мерцал. Само по себе байк-шоу – это грандиозное событие с привлечением массы знаменитых артистов, театрализованным действием, посвященным главной задумке авторов байк-шоу, и привлечением каскадеров мотофристайла. Самое главное, мотофристайл снимается только на короткой выдержке. Ребята прыгают, двигаются активно, и их нужно зафиксировать. Короткая выдержка заставляет свет распадаться на спектр. Получается цветная радужная картинка. Это признак не самого дорогого источника света. И это минус. Один из минусов. Когда я снимал Кипелова, у меня самая главная проблема была в том, что когда он выходил на передний край сцены, при съемке я этого не видел, я это видел при проявке. Он был то желтый, то синий. При одних и тех же настройках цветовой температуры, когда я проявлял фотографии, когда я их обрабатывал, мне приходилось все время каждый кадр, который был снят один за другим, с одними и теми же настройками. Так вот, при проявке мне приходилось каждый кадр подкручивает цветовую температуру, потому что она плавала из теплого в холодный, из теплого в холодный. Свет мерцал по температуре. А потом, когда я снимал уже другую группу после выступления мотофристайла, и у меня остались настройки короткой выдержки с мотофристайла, у меня выступающие на сцене стали освещены не просто холодным или теплым светом, а светом, который опять-таки распался на цветовые полосы. Голова зеленая, тело желтое, ноги вообще красные. Это плохо. Кроме того, что свет мерцал и полосил. Сцена. Сама по себе сцена – это мешанина ржавых конструкций, заросших шиповником, ну и местами затянутых паутиной. Я сделал красивый кадр, где паутина – просто это главный объект в кадре. Ну, паутина и паутина. Все это очень хорошо напоминает старый захламленный гараж. Я знаю, о чем говорю. Старый захламленный гараж. Так вот, представьте, вот в этой мешанине эта сцена. Она, во-первых, длинная, а во-вторых, она состоит из всяких не очень хорошо читаемых объектов. И среди этой мешанины, я опять же это повторюсь, нужно увидеть выступающего артиста. Он теряется. Сама по себе сцена, она еще и вытянута вперед. Когда солист выходит на край сцены, на него светит передний прожектор. И он здесь настроен по яркости так, что вот актер освещается. Если он же уходит назад к остальным своим музыкантам, хочет с ними рядом встать, то свет до него уже добивает слабее. То бишь при настройках все время приходится учитывать, что сзади темно и нужно изменить настройки, запомните. Когда актер выходит вперед, нужно обязательно удлинить выдержку и сфотографировать, чтобы не было пересвета, подготовиться к этому. Солист все время бегает туда-сюда, вам нужно все время настраиваться. Спереди ярко, сзади сцены темно. Кстати, о том, какой был свет, вы можете понять не только с моих слов. Посмотрите трансляцию. Она есть в интернете, именно запись про Кипелова или все остальное. Запись с байк-шоу видно, что картинка серая и ненасыщенная, она выглядит грязной. Вот такой свет был.
Ну, закончим о свете. Перейдем уже к съемке самого концерта, как я к нему готовился и чем я снимал. Я никонист. У меня в парке два фотоаппарата Никона. Это 610 и 750, на который сейчас мы снимаем это видео. И на нем же стоит объектив 24-70, 2,8 по диафрагме. Он у меня в основном для широких планов. Его было недостаточно, чтобы, снимая с той точки, с какой с точки я снимал концерт, захватить всю эту великолепную сцену, потому что она огромная. Нужно было отходить к зрителям. Про зрителей и отходить я попозже еще вернусь. На втором фотоаппарате у меня был не 85-й, как сейчас здесь. Я специально для концертов беру крутейший объектив 105 мм с диафрагмой 1,4. Этот объектив просто моя любовь. Концерты, даже в таких темных условиях, он вытягивает просто... Получается сказка, а не картинка. Им я снял львиную долю этого концерта, этого репортажа. Ну, картинки вы могли видеть и в Инстаграме, и ВКонтакте, и в группе Кипелова. Благодарен фирме Амерта за то, что они предоставляют в аренду такую крутую технику. Их можно взять и фотоаппарат, и объектив. Так вот, когда я взял этот объектив, я перед съемкой обязательно провел ему юстировку. Фотоаппараты позволяют настроить точность фокусировки, и это желательно делать перед съемкой. Когда вы снимаете при диафрагме 1.4, у вас очень узкий гриб. И нужно так настроиться, чтобы он попадал туда, куда вы нацеливаетесь. В фотоаппаратах по умолчанию это не так. У каждого объектива есть свое смещение, и это нужно делать для каждого объектива, для каждой камеры индивидуально. Перед съемкой я настроил точность фокусировки объектива. И при съемке с диафрагмой 1.4 у меня все было в цвет и в глаз. Картинка получалась именно из-за этой открытой диафрагмы просто шикарной, волнующей и глубокой, и с проработкой этих цветовых полутеней. Короче, шикарный объектив. Советую брать светосильную технику на съемку концертов, потому что они делают большую часть картинки объективы. Матрица в фотоаппарате должна быть высокочувствительной, без появления шумов. Чтобы при съемке, опять же, в тех же темных условиях, как этот концерт, у вас было меньше проблем с вытягиванием цветов. Хорошая техника нужна для съемки сложных концертов, чтобы они были красивыми. Я был в полевых условиях, у меня с собой не было шаблонов, на которые можно навестись и понять, куда прибивает центр. Вы находите плоскость, на которую ставите объект, в который целитесь. И когда вы снимаете при открытой диафрагме, у вас либо попадание, либо не попадание. И вы смотрите, где резкость спереди от объекта или сзади объекта. И в настройках для каждого объектива есть отдельные значения, настраиваются. Так вот, вы в настройках вносите изменения. Это шаги. Когда я просто объектив прицепил и сделал тестовый снимок объекта на плоскости, я понял, что у меня резкость приходится не в точку соприкосновения плоскости с объектом, а, по-моему, она стреляла спереди. И я сдвинул значение точки попадания назад на 5 шагов. И все, когда куда навелся, там и резкость и была. Есть мысль о том, что бы я взял с собой, если бы я поехал еще раз на такой концерт. Я бы взял с собой более сильный телеобъектив. Даже не 105 мм, а 200, наверное. У него есть минус. У него не такая широкая диафрагма. У него 2,8 или сколько, 2,4. Получается, что он более темный. Это можно победить, выкрутив ISO посильнее. ISO до 2000 можно выкручивать на моей технике без серьезных изъянов. Вот. Что бы я еще взял? Я бы взял для такого события, для такой грандиозной широкой сцены, более широкий объектив. У меня 24-70, он как бы и полупортретник, и в то же время широкий угол имеет 24 мм. Мне этого не хватало, я бы взял 18 мм или даже 10 мм для того, чтобы заснять всю сцену, всю конструкцию вокруг, чтобы она в кадр попадала красиво. Кроме всего прочего, я хотел бы взять с собой туда вспышку. В этот раз я поехал без нее, я не знал, какие там будут условия, и я понял, что мне не хватало внешней вспышки. И обязательно с синхронизатором, чтобы не в лоб стрелять.
Это, конечно, добавляет некоторые сложности, но при съемке действующих лиц, которые не участвуют на сцене, но двигаются около сцены и участвуют в просмотре, нужна дополнительная вспышка, чтобы осветить и дополнить репортаж интересными событиями. Вот выступает артист, а вот под сценой тусуются остальные действующие лица. Вспышки мне не хватало. Также вспышка нужна, если я ухожу в народ. Я люблю иногда, когда не выступает основная группа, я люблю пройтись сквозь толпу, посмотреть, как люди смотрят выступление, как люди радуются фестивалю, что они делают, заснять интересные сюжеты, интересные лица. И тут такая проблема, что чем дальше вы от сцены уходите, тем меньше света. Нужен дополнительный источник света. Либо вспышка, либо видеосвет. Кроме сцены, еще из сложных моментов. Организация зрительских мест. На территории между сценой и зрителями была просто огромная пропасть. Площадь, которая была, конечно, отгорожена для того, чтобы провести на ней кульминацию и самое главное, основные действия. Но в результате того, что была большая пропасть между зрителями и сценой, у меня пропал основной дополнительный элемент, который я всегда использую при съемке концерта. Я с одной точки могу снять звезду, развернуться, снять фанатов, увидеть в связке, как он выступает и как на него реагирует. Здесь это было невозможно. Я нахожусь здесь, зритель находится там. Я иду к зрителям поснимать, я оттуда уже не вижу звезду. Вот настолько далеко они друг от друга находятся. Кроме всего прочего, кроме того, что зрители находятся очень далеко от сцены, они закрыты забором. Не ниже, не выше, а на пол лица. Приложим фотки, если не забудем. Как снимать зрителей, которые перегорожены по лицу забором? Зачем такой высокий забор? Я вообще в первый раз увидел, что зрителей отгораживают тяжелым, неудобным забором. Итак, после всего, что я сейчас сказал, я хочу сделать резюме. Что вам нужно для того, чтобы провести хороший репортаж? Всегда, в первую очередь, обувь. Удобная обувь. Вам нужно много двигаться, и вам должно быть комфортно. Второе. И для этого нужен первый пункт. Вам нужно много двигаться. Чем больше вы двигаетесь, тем больше интересных кадров вы сделаете. Больше двигаться. Третье. На съемку концерта, поскольку это темное событие, берите с собой светосильную технику с хорошим ISO. Четвертое. Вам не помешает взять с собой телевик и внешний источник света. Пятый пункт. Приехать лучше сильно заранее. Не к 5 часам, как мне сказали, а часам к 11. Приедете, настроитесь, сделайте хорошие снимки байкеров при хорошем свете. Вот. И шестой пункт. Если есть у вас возможность, берите с собой 2 фотоаппарата и сбрую. Вот типа такой, как у меня, она не сильно сложная. Ее можно достать через всем известный ресурс. Я вам крайне не советую менять объективы в полевых условиях, в пылевых условиях. Вы загубите свою технику. Лучше 2 фотоаппарата. Сняли, сняли, и все, вы готовы к любому ракурсу, к любому сюжету. Удачных вам кадров. Спасибо за внимание. Пока. А, ставим лайки, подписываемся. Ну, короче, жмем на колоколец. Я старался для вас. Я старался для себя, я старался для группы. Надеюсь, вам понравилось это видео. И надеюсь, что информация, которую я вам сейчас рассказал, вам пригодится и будет полезна. Всем удачи! Самое главное для фотографа на сцене – это как падает свет. Как? Я почему как падает свет? Как падает свет, это световик решает. А не только я мощностью, что он говорил на китайском. Кого? Пилот был, когда мы стояли в пробке. Поэтому мы на него и не попали. Там до пилота еще, значит, кто-то местный выступал. На разогреве. Потому что на пилоте, да, там... Я, Василий Королевский, снимаю группу Кибела с 2007-го. Забей вообще на... Здравствуйте, друзья. Я
впервые снимал байк-шоу в Севастополе. Сейчас, без этих, без пузырей в щеках. Не духни, я снимаю. Он пишет. Запись идет. И хорошо. Берите хорошо, и будет хорошо. Время чая. Я уже давно снимаю группу Кипелов. В 2618 году. Под Зальцбургом. Когда тевтонцы шли на половцев. Кипелов там пел. Никто еще не знал о Кипелове. Я бы мне тоже. Но все уже знали, что что-то будет. А, ну прям вот так вот, чтобы тесно было ко мне. Да, все, на этом останавливаюсь. Ой, это все пишется.